Подкормка лука нашатырем. Если кончики перышек лука побледнели, а само перо стало желтоватого цвета, скорее всего, ему не хватает азота. Восполнить его поможет раствор нашатыря. Делается он следующим образом. В 10 литрах воды разведите 3 столовые ложки нашатыря. И под вечер полейте лук этим раствором под корешок. Если вы любите комнатные растения, у вас есть огород или сад, присоединяйтесь к нашему каналу. Мы раскроем вам все секреты.